В этой небольшой сумке есть все, чтобы быстро найти и устранить утечку. На помощь сотрудникам водоканала приходят современные технологии. Это оборудование ТО «Водные ресурсы маркетинг» приобрело специально, чтобы сократить время на устранение утечек и минимизировать неудобства для горожан. Сотрудник водоканала больше похож на сапера, который отыскивает заложенную мину. По звуку воды в наушниках можно точно определить, есть ли в сети утечка. Причем отметим, что трубы пролегают на глубине 3 метров. Однако звук воды в наушниках звучит отчетливо. У каждой утечки есть своя частота звуков, получается. И тут на графике показывается примерно пик, где может быть утечка. Тут мы вводим материал, диаметр трубы, и оно само рассчитывает и определяет, где находится утечка. После того, как утечка обнаружена, в действие вступает еще один удивительный аппарат, который определяет точные координаты порыва. На датчике, кроме прочих параметров, есть еще и компас, который указывает направление, в котором следует двигаться. Теперь, благодаря высоким технологиям, сотрудники водоканала будут точно знать, где проложен водопровод и где конкретно произошла утечка.